Здесь у меня самый приятный ящичек. Это ящичек всего, что у меня новое, что я еще не тестировала, не пробовала. И вот когда мне чего-то хочется интересного, новенького, я открываю этот ящичек, и у меня, знаете, как шопинг по магазину. И я начинаю шопинг по своему личному ящичку. Здесь все новое, все, что ждет своего времени, да, чтобы у меня на это нашлось время, желание, чтобы я это открыла, протестировала, попробовала для вас. Вот новая серия от Lancôme Visionnaire. Здесь что? От Биотерм новая серия, от Виши новая серия. Куча-куча-куча, опять же, от Lancôme Visionnaire. Куча-куча. Вот масочки Glam Glow набор. В общем, набор от Origins. Там много еще, много-много-много-много-много всего, которое ждет моего времени. И если честно, меня так радует этот ящик, мне так приятно. Мне даже в магазин не нужно идти. У меня когда такое настроение, так, чтобы там хочется чего-то новенького. Открываем ящичек. И что-то, да, находим. И еще здесь есть не только новенькие, а еще такие бэкапы, как бы запаски тех продуктов, которыми я уже пользуюсь. Ну, вот типа как мицеллярная вода Гарниер. Здесь такая литровая. Это такие новые, которые еще ждут своего времени. Так, и идем дальше. И в последнем, самом нижнем ящичке у меня мои, как бы, такие, как сказать, уходовые средства для волос, вот, для лица, для волос, для тела, солнцезащитные крема, в общем, все такое. Это, опять же, такие, как запасные бэкапы, потому что все, чем я пользуюсь на данный момент, оно все у меня в ванной или на тумбочке в спальне, да, то, чем там вечерний уход перед сном. А это все-таки еще полные баночки, которые ждут своей очереди. И, кстати, девочки, я понимаю, что это экстрим, и я понимаю, что будет миллион комментариев, кому нужно столько, и куда ты там сорвалась с голодного края, и не знаю что. Я не говорю, что это нужно реальной, обычной девочке. Вам это не нужно, это перебор даже для блогера. Но просто у нас, у блогеров, такая судьба. Я не знаю, если можно жаловаться, это как бы приятная жалоба, что нам постоянно присылают коробки, новинки. И плюс, имея такой как бы характер и такой интерес и драйв к новинкам, попробовать все, где я не появляюсь, в каких магазинах, что я не вижу, мне все хочется протестировать, попробовать, купить. Поэтому как бы автоматом вот все захламляется. И регулярно надо все это очищать, отдавать, перебирать. И я стараюсь, но все равно вы должны понимать, что вот как бы, будучи блогером, вот от этого никуда не убежать. Поэтому критикуйте, не критикуйте, но вот такова жизнь блогеров. И сейчас рядышком показываю вам коробки, которые сейчас уже пакую для мувинга на завтра. Это коробка всего, что у меня будет для giveaway'ев. Это бэкапы, которые я покупала специально для... Ой, мои очки улетели. Специально для giveaway'ев. И вот эти все коробки тоже для giveaway'ев. Это коробка от L'Oréal, там Elsev, Lancôme палетка Лизы Элдридж, Guerlain аромат и свеча, La Roche-Posay. Это все, что вас ждет в giveaway'ях. Это все уже для вас приготовлено. Далее, что я тут упаковала, это мои все маски для лица, те, которыми я пользуюсь, мои существующие, не новые, не на giveaway, это мои, просто я их тоже упаковала в коробочку, чтобы не растерялись. Это уже дальше новинки, это то, что мне я получила вчера от iHerb из новинок, что еще не пробовала, это ждет своей очереди. Это новинки от NYX, которые получила тоже пару дней назад, которые ждут своей очереди. Это новинки от L'Oréal, о которых вам писала в инстаграме тоже, которые ждут своей очереди. Это, кстати, вчера получила от Philips новый прибор, типа аналог Clarisonic'у Mia. Будем тестировать, только вчера получила. Будем тестировать, будет обзор. Кому интересно, может кто-то уже им пользуется, пишите внизу. Это новая серия от NYX жидких, таких как бы тональных основ в форме сыворотки. Знаете, такие, которые как пипеткой с капельками. Будем пробовать, будем тестировать. В общем, вы понимаете, постоянно это какие-то коробки с новинками, которые ждут своей очереди. Это то, что я привезла сейчас из Стамбула от Флормар. Я просто зашла в Флормар, не могла остановиться. Купила целый там пол Флормара. Девочки были в шоке, консультанты. Я же не могу им рассказать на турецком, что я блогер. Они думали, что я просто там из леса приехала и не видела косметики. Это мне прислала
моя дорогая подписчица из... Она была в Японии, в Корее, я уже не помню где. И она мне прислала вот новый бренд на тестирование. Miniso называется. Здесь много-много-много средств от этого бренда. Инструкции, к которым я не знаю, как прочитать. В общем, это тоже ждет своей очереди. Здесь много разных интересных штучек по уходу. Вы знаете, насколько азиаты фанаты реально всего в уходе. Это новинка от Институт Гиалюал, не знаю, как произносится, швейцарская, по-моему, марка. Это мы были на презентации, они разработали процедуру, гиалуроновую как бы процедуру, мезотерапия, по-моему, называется, да, для домашнего использования. Здесь вот такой вот ролик, и он делает мелкие-мелкие как бы инъекции гиалуроновой кислоты в вашу кожу. Можно использовать на лице, на животе, на руках, на ногах для такой как бы подтянутости, упругости кожи. В общем, будем тестировать, если интересно, сделать даже лайв, такой лайв-стрим. Будем все это вживую на мне, на подопытном кролике тестировать. Примерно вот это как у меня все организовано. Там больше уже в ванной, на тумбочке, но это то, что я использую ежедневно. А вот это как бы мое такое хранение и организация. Надеюсь, вам это было интересно. И мне, если честно, даже самой интересно потом посмотреть, сравнить это с той системой, как я организую все уже в новой квартире. Если вам интересно тоже это увидеть, ставьте лайки, пишите, чтобы я знала, чтобы я снимала то, что вам интересно, да? Ну все, девчонки, до скорых встреч. И, кстати, да, вас ждут много-много-много гивауэев. Вот здесь эти все коробки вас ждут. Я просто, если честно, я так забегалась полгода с этим ремонтом, что я вообще выбилась из своего нормального графика и вообще не успевала ни видео снимать, ни другие свои проекты. В общем, все вот так как-то. Но сейчас мы переедем, у меня будет время, я организую большие гивэуэи, буду снимать почаще, так что оставайтесь с нами. Все, целую всех, до скорых встреч, пока!